Всем привет! В конце видео про новые поезда Петербурга я упомянул, что в этом году на линии выйдет состав нового поколения. Давайте сегодня разберемся, что он из себя представляет и нужен ли он вообще. Итак, впервые макет вагона Smart был представлен на выставке Smart Transport в 2019 году, фото на экране. В марте 2022 года на Мытишинском вагоностроительном заводе началась сборка первых вагонов. На данный момент уже есть фотографии кузовов на территории завода. По этим кузовам можно сказать, что Smart будет урезанной версией московского поезда 81-765, а именно в поезде не будет кондиционера и сквозного прохода. Зато за крайними дверьми появились окна. Но самое странное – это преслоно-сдвижные двери. Как этот поезд будет ходить на линиях со станциями закрытого типа? То есть на Московско-Петроградскую они вряд ли поступят, хотя она сильно нуждается в замене подвижного состава. Ну а где тогда будет ходить этот поезд? Возможно, на Красный, но зачем в таком случае туда запускали юбилейную? Правобережная линия не так сильно нуждается в замене парка вагонов. Так что единственное место, где Smart будет уместен, это Фрунзенско-Приморская линия. Также не будем забывать про строящуюся Красносельско-Калининскую линию. Из всего этого можно сделать вывод, что Smart не самый удачный проект, и он лучше бы подошел московскому метро. Хотя кому в Москве нужен поезд без сквозного прохода и кондиционеров? Ну а на этом у меня все. Всем пока!